Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поделиться такой интересной посылочкой. Мы ее распакуем, посмотрим, что внутри. А внутри у нас вот такой комплект. Это у нас материнская плата. Это у нас кулер. Потом откроем, покажу. И память с процессором. То есть это комплект для апгрейда старого персонального компьютера. Ну, не хватает по-хорошему только видеокарты, но ее, я думаю, я потом докуплю. И посмотрим. Изначально была запечатана. Это я уже открыл. То есть здесь... То, что это протестировано, я читал на сайте, что все комплекты, которые отправляют, они тестируются. Материнская плата абсолютно новая, память и процессор, они БУ, но протестированы, как говорят. Это мы, естественно, тоже проверим. Итак, что у нас дальше? Так вот все это упаковано. Крепеж для кулера и термопаста. Ну, термопаста в комплекте, не знаю, обычно она самая дешевая. Лучше покупать свою. SATA кабель. Рамочка. Так вот все это упаковано, но честно скажу, что упаковать можно было и получше. Это касается вот этой упаковки, потому что ну, тоненькие стеночки и пленочка всего лишь одна. Могло и не доехать, знаю нашу почту. Поэтому советую писать продавцу «Please pack item stronger when received, give you 5 stars». То есть упакуйте, пожалуйста, получше, когда получу. Все, в целости и сохранности дам вам 5 звезд. Говорят, вроде это действует. Ну, честно говоря, у меня еще ни разу не прокатывало. Кто его знает, как бы китаец упаковал, если бы ты этого не написал. Правильно? Запаковано здесь, конечно, уже аккуратненько все. Здесь даже нанесена уже какая-то термопаста, судя по всему, для проверки они наносили пасту, запускали. Вот так это все выглядит. Видно, что она не работала, абсолютно новая. Ни пыли, ни грязи, ничего нет. Идеальное состояние. Как я уже говорил, только процессор и память бэушные. Память, судя по наклейкам, Samsung. Сейчас сфокусируемся. Две одинаковые плашки памяти по 4 гигабайта. Самое приятное во всей этой истории – это цена. 5542 рубля. 5542 рубля. Я все это покупал. И я вам скажу, что это халява, можно сказать. Потому что способы апгрейдить старый персональный компьютер за 5000 рублей – я другого не знаю, чтобы на него можно было поставить Windows 10, современные какие-то программы. Здесь это свободно можно сделать. Вот такой еще в комплекте идет медный кулер. Для этого процессора его абсолютно будет достаточно. Компьютер, конечно, это не супер-пупер игровой, но какие-то игры на нем пойдут. Потом, если будет желание у вас, мы посмотрим, что за игры
и в каком качестве могут идти на этом компьютере. Видеокарту я пока оставлю свою старую, прежнюю. Там она какая-то, конечно, древняя, но впоследствии, думаю, можно всегда дозаказать SSD и видеокарту. И тогда будет, ну, более-менее современный компьютер. Все-таки на данный момент с чего-то надо начинать. И 5000 рублей всегда можно найти, скопить с обедов, еще что-то. То есть любому человеку за пару месяцев это посильная задача. В наше кризисное время это очень важно. И вот, приобретя такой комплект, вы можете положить начало апгрейду вашего компьютера. Подробные характеристики я опубликую либо в комментариях, либо позже на экране. Из несомненных плюсов: USB 3.0, небольшой размер платы, поместится в любой старый корпус, который вот буквально сегодня видел на помойке, выбросил кто-то старый корпус. Можно взять его, можно коробку, можно вообще без корпуса собрать, если собираетесь с нуля и вообще нет ничего. Ну, то есть это неплохое начало для того, чтобы вообще, даже для первого компьютера, он тянет полностью всю систему, офисные программы, ну, собственно, в общем-то, и какие-то простые игры, не на ультракачество. Естественно, многое здесь будет зависеть от видеокарты, от ее выбора, все такое прочее. Если будет интересовать эта тема, сниму, как я меняю это все, как я устанавливаю это все, старый компьютер. Ну и посмотрим, как это все бегает, как это все определяется, работает ли это все вообще. Всем спасибо за внимание. Если у вас тоже существует такая проблема, как апгрейдить старый компьютер, то советую вам обратить свое внимание на этот комплект. Всего доброго вам, удачи!